Почти 5000 человек из 85 регионов России и ближнего зарубежья. В Самаре стартовал юбилейный всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Церемония открытия началась с представления гостей из каждого субъекта федерации, исполнения гимна и поднятия государственного флага России. Губернатор Дмитрий Азаров отметил яркий старт и пожелал участникам сохранить эту атмосферу на все дни фестиваля. Студенческая весна уже зажгла сотни, тысячи звезд. И, конечно, будущие звезды сегодня здесь. И я хочу сказать вам, все получится. Главное – верить в себя, ставить перед собой смелые цели, достигать их. Самара уже не раз становилась центром притяжения студенческого творчества. Самая первая студвесна, которая была 30 лет назад, прошла в городе на Волге. С юбилеем фестиваля зрителей поздравил председатель Российского союза молодежи Павел Краснорудский. Он подчеркнул, что в 2022 году российская студенческая весна собрала рекордное количество участников. Российская студенческая весна – это мощь, это энергия, это молодость, это талант, это драйв. Это перспективы, это наше с вами будущее. Студвесна – это давно уже больше, чем фестиваль. Для самарцев и гостей города подготовили красочное представление мирового уровня. Специально для церемонии открытия были созданы уникальные декорации, которые представляют собой солнце, восходящее над Волгой, и сцену, которая вращается на 360 градусов. Благодаря такой конструкции выступления артистов можно было увидеть с любой точки стадиона. Главный посыл авторов программы – творчество в современном мире – это фундамент для будущих достижений молодежи. Шоу не оставило равнодушным никого. Каждый зритель нашел в нем для себя что-то особенное. Понравилось абсолютно все. Особенно мне понравилось начало. Фейерверки, салюты, огонь. Особенно прекрасное стихотворение, которое читала поэтесса. В общем, я полностью в восторге, мне все понравилось. Неожиданно, очень супер классный. Вот атмосфера, вообще просто все супер огонь. Эмоции самые положительные, вообще все прекрасно. Просто фееричное шоу такое шикарное. Вот этот эффектный салют на сцене. Выступала шикарная девушка на купле. Это тоже было необычно. Это максимально круто. Никогда такого не видела. Это просто прекрасно организовано. Очень приятно, на душе тепло, когда видишь то, что люди стараются и делают это все. У меня вот были мурашки, когда вышли девочки и начали танцевать. Все им начали потанцовывать, поддерживать их. Это очень круто. Трансляция церемонии открытия проводилась в режиме онлайн. На сцене выступили Дермейтс, Сюзанна, Никита Каменский, Ксения Минаева, Незабава, Этноденс, Дарья Мельникова. Каждая песня тематически была связана с одним из эпизодов шоу. В финале Александр Панайотов исполнил песню о закате, который обязательно сменяется восходом. А на выходе всех гостей ждал сюрприз. Над стадионом прогремел праздничный салют. Максим Магомедов, Константин Головин. События.